Так, там кто-то выстрелил уже из этой. Поможем. Ох, ё. А, ты так тяжело дышишь? Я думал то, что это. Да сейчас всех разобьем, не переживай. Ой, ты где? Ой, давай свет включим, в конце концов. Все. Да убил. Да как спасти-то? А, все, понял. Да не ори, у тебя еще 41 секунда. А, понятно. Да давай уже не гони. О, редкие, наконец-то редкие пошли. Понимаешь, нет? Да ну нахер, короче. Здорово. Все, ты там и будешь сидеть теперь? Усилитель мышц, но усилитель мышц у нас уже был. Хорошо. Так, это кто? Это просто. Ну, 7 металлолома, не зря лутал. Так. Я хотел отдохнуть на самом деле. Вот. Новое место. Еще одно испытание паркуром. Блин, нас и так ждет одно из испытаний паркуром уже. Здрасте. Что это значит? Двойная неприятность. Ну, я так и понял, что она сейчас двойная. Тем, что у нас опять все зависло. Награды типа... А, вот, блин. А, неизвестная. Это надо было просто сюда... Век живи, век учись. Неизвестная награда. Выборы последствий. Эта награда неизвестна. Она зависит от выбора, который вы сделаете во время задания. Вот, понятно. А, так я не прочитал, что за задание. Опять появилась вот эта штука внизу. Какой-то баклан вызвал меня на гонку. Строит из себя Борзова, то есть Борзова. Так что я решил указать его место. А у нас тем временем все зависло. Ну, в смысле, не зависло, а опять сломалось. Так, у нас 30 метров туда, это у нас получается... У нас получается этот... Какой-то... Блин, я думал, то, что без фонарика бегаем, а мы бегаем с фонариком, и так темно. Как сюда зайти? Понял, как сюда зайти. То есть, подождите, парни, только будет не орить. Залезь, спасибо. Невероятный. Тихо. Залезь. Спасибо. Еще разочек. Я в здании, да? А я не хотел в здание, я хотел наверх. О. Так. Какой-то знак вопроса. Так, кассет нет, сразу смотрим. Есть. Блин. Так, чтобы прям аптечек было вообще бесконечность. Есть.
250 паркура. А, да, даже за это дают. Чё-то я... Ну чё, до утра, я думаю, надо поспать. По причине... Вот надо перезайти, видите, вот это вот мерцающее белое внизу. Это очень плохо. Это прямой показатель того, что все сломано. Ну, вернее, что дальше все пошло. Так, поспим ради сохранения. Ой, как не хотелось выходить, всего 10 минут прошло. Может, сейчас пройдет эта штука? Ну-ка. Ну, вроде бы тихо. Коптит там что-то. А, утро нам нужно было, чтобы захватить этот аванпост, хотел сказать. Они меня здесь заперли. Ой, все. Пока что мы никого не спасаем. Больно. Можно взять? Да. Шел он. Ну сюда он уже не может залезть, пойди. Это же нормальный парень. То есть, вернее, это, ну, еще один необычный трофей. А, нет, блин, а шустро выглядел. Давай возьмем. Что-то не знаю, что-то я все говорил, то, что не буду лутать, и что-то залутался прям. Предположим, что? Предположим, где мы? Где конвой? А, так, ой, я вообще не в ту сторону пошел. Это был кринж. Нам типа вот сюда и вот сюда. Возможно, там будут полезные шмоточки. Просто не туда пошел изначально. Чуть не прыгнул. В принципе, тачки. Что ты там, отвис? Просто дайте мне уйти. Это же не сложно. Не молчи, слабок. Ой, да ладно, короче, отстань. Сейчас день, во-первых. Понял? Днем никаких темных пространств мы не будем совершать. Мы пойдем и очистим конвой. Так. Достаточно всего лишь попасть вот в эту штуку и посмотреть, что произойдет. Бам! Тебе некуда бежать. Понял. Ба! Ты больно. Иди сюда. Слоупоп. Уже иду. Я с тобой говорю, слоупоп. Ты слоупоп, может? Пидор. Все. Успокойся. О, блин, народ-то все равно много как. Взорвать нечем, блин. А мы реально ничего не подбирали за такое долгое время? Вещи. Я все... Да, реально ничего не подбирали за такое долгое время. А, ну оно же здесь, ну понятно, все равно ничего нет. О, нифига себе, что обновилось, каким образом? Странно. А, сначала надо подманить народ. Правда, там половина ползает. Парни, обратите внимание.
Только надо попасть в баллон. Какие страшные звуки. Но мы остальных сейчас распинаем, это точно. Ой, сейчас бы поджечь это все. О, кстати. Иди сюда. Загорись. А, не, не загорелся. Так, там еще баллон я видел, да? Не туда прыгнул, пардон. Это не баллон? Баллон же? Нет? Блин. Понятно, там что-то в текстурах все застряло. Ага, давай. Упс. Парни, парни, сюда, поближе. Ну давай, гори, есть. А, ничего не горит. У меня уже скоро этот молоток закончится. Блин. Почему вы не горите? Подожди, парень. Все. Перемотаемся. Толкатель. Толкало. Так, необычный трофей. Не вижу. Кто там мочит? А, я понял. Блин, сколько много звуков. Ах ты гад. Больше никогда так не делай. Так, она сейчас сломается, да, наша штука? Давай поменяем на что-то более нейтральное. Возьмем, возьмем. Никого нет. Стрелы, стрелы, стрелы. Меня интересуют стрелы. Все, отлично. Где? Кто? Никого уж нет. Остались от них только звуки. Странно, машина так шатает, мы же не на корабле. Вот это называется нормальным взлом. О. Ой, ща рванет. Точно. Отходим. Рванет или нет? Блин, отойди. Подальше желательно. Вашу мать. Так, тихо, парни. Опа. Да вы не можете быть такими бодрыми днем. Сдох. Ой, блин, это уже другая история. Слезь, спасибо. Пробился сквозь анимацию, гад. Достаточно. Блин, этот вылез обратно.
Как они так пробиваются сквозь нее, а? Отстаньте, отстаньте, дайте уйти, пожалуйста, пожалуйста. Дайте подлечиться чуть-чуть. Кошмар. Теперь зачмырит меня. Все, вы там развалились, все. А что, все пропало? Нет. Редкий, как раз редкий, отлично. Куда вы, парни, идете? Все, лежать. Ну и вас для компании тоже. Все. Успокойся. Так, здесь я где-то кого-то грохнул или нет? Просто редкие трофеи пригодились бы нам. Мусорка, которая застряла в текстурах. Так, окей. Ну, во всяком случае, это неплохо было. Это было даже очень-очень нормально. Мочи его! Йо! Не то. Ну ладно, пусть будет металлолома побольше. Так, что у нас тут показывает? Что у нас еще есть время? Так, парни. Понял. Попался, скот! Ох, ё! У меня для тебя подарочек, мудила! Тихо. Есть, на размене мы нормально. Там либо он меня, либо я его. Мы нормально разошлись. Давай, что у тебя там есть? Это металлолом. Я просто все надеюсь, что у них хотя бы какие-нибудь ботинки будут. Понятно, тут залагало. Так, о. Спасибо. О, сколько необычных трофеев. Они где-то там под землей, короче. Так. Здоровье полное, так что нам ничего не страшно пока что. Шмот. Так, ничего не взрывается пока что. Продолжаем. Сейчас может рвануть. Прям фэшн. Блин, все не то. Всякие стрелки. Всякое такое. Что мы теперь будем делать? Слоупок, пойдем к нему. Бегать по зараженной территории. Ну, ты всегда такой тормоз, Слоупок? Что-то мне так лень это делать, Слоупок. Это на уровне испытаний, короче. А мне испытания не очень нравятся. Ну ладно, давай, чё. Только ты не ломайся. Ты себе отрастил или как? Гонки готов? Ну давай, готов. Спорим, лишние деньги не помешают. Только не ломайся. Другое дело, Слоупок. Покажешь мне, на что способен? Посмотрим. Пробеги через старую темную зону ВГМ и заберись на крышу. Иди за знаком. Что? За каким знаком? Ой, это же ночью надо делать, скорее всего.
130 метров. Тут надо ночью бегать по... А, крыша ВГМ. Или что там, старая какая, что я чё, половину прослушал. Не люблю такие испытания, где я половину прослушиваю. Пасека. Берем, берем, все берем. Пригодится. Ну, восполним запасы аптечек. Все-таки. И... Это территория? Сюда надо бежать? Тут закрыто. А это что такое? Снизу вверх, да, ты имеешь в виду? Не видно. А, да, снизу вверх. Ну, сейчас. Сейчас посмотрю. Как мы можем здесь... Отлично. Отлично. Типа надо... Так. На всякий случай. А, у нас еще есть приманка. Кстати, хороший был совет. Значит, приманки можно будет их всех... Так, окей. Пипец тут, конечно, стрём. Так, ну чё, кидаем приманку? Или чё? Парни. Ну вообще времени-то не идет никакого. Парни. Понял, хитер ты. Я понял, какой ты хитрый, а. Все, все умерли. Быстро. Они откуда-то упали вообще. Ну зато редкий трофей. Если я даже не возьму, типа это, как называется, ничего не возьму, то я хотя бы... О, здорово. Отпусти меня, не надо меня через текстуру жрать. Ну, нам никто не говорил, как это испытание правильно проходить. Поэтому мы будем его проходить по-своему, исключительно. Тут еще есть желающих упасть просто и подарить мне редких трофеев. Да, отвали. Да когда ж ты сдохнешь-то, а? Успокойся. Ты уже и встал, и лег, и укусил. Давай еще одну. Пойдем. Оу. Блин. Тихо. Парни. Парни. Прыгаем, прыгаем. Так, кто-нибудь упадет? Они же побежали реально туда, да? Бежали наверх, чтобы сюда прибежать. Молодцы, молодцы, давайте. Нет? Давай, давай, давай. Давай, давай, следующий.
сюда. Ну. Ну, давай. Куча трупов. Здорово. Нам даже повезло. Так, ну нам никто не говорил, что как выполнять, поэтому, опять же, да, я повторюсь, и... То есть... О, кто это? За дверью. Здорово. А, с другой стороны. Просто не знаю, сколько здесь конкретно вот этих вот пробежчиков. Так, тихо. Его нельзя было убить. Вообще сейчас день, почему мы до сих пор не дышим свежим воздухом? Ну и чё? Здорово. Боже, чего ты так долго, Слоукок? Это чё, вот реально такое было задание? Как ты это сделал? Прыгнул на стену, ухватился за водосточную трубу, но эй! Смысл делиться с тобой секретами? Жди, ну да, следующего этапа гонки. Вот там ты окажешься между молотом и наковальней. Постой, между чем? Ладно, тебе определенно нужно отдохнуть. Передохни, а когда будешь готов, отправляйся на крышу старой военной базы на Милл-стрит и найди меня. Понятно. То есть мы, типа, обманули, конечно, систему. 200 баксов, пожалуйста, на базу. С сопляком у следующего места старта. Так, я, поскольку, ладно, я уже сюда зашел, как говорится, давай уже зайдем до конца. Ой, я чуть все этажи не пробил. Давай уж собирать то, что нам принадлежит по праву. Теперь уже. Так, я там разных ботинок набрал, это я тоже помню. Ну, Дамасоса будем брать. Краситель будем брать. То есть пигменты. Батарея даже, нифига себе. Браслет с мылом обязательно. Вот, мы уже 1005 насобирали, наверное, всякого разного. Меня, конечно, больше интересует... Ох ты, нифига себе, новая анимация. Мы не просто так все дошли. Че у тебя? А, о, кристаллы. Кристаллическая статуэтка, да. Лука. И кристаллы, собственно. Что-то здесь какая-то новая такая зона. Я буду туда лутать сейчас по полной. А, туда надо типа допрыгнуть, да? А можно упасть прям сильно и больно, да? А, я понял. Сильно и больно не будет. Ну-ка. Бумс, бамс, шмамс, шмамс. Так, белое кристаллическое ядро. Я думаю, более кристаллическое ядро. Смотрим, что здесь еще есть полезного, бесполезного. Я вижу. Двоих таких трясущихся бегунов. Блин, здание вообще все обрушено просто. Можно, конечно, кинуть приманку, посмотреть, сколько там вообще народу по жизни. А можно просто отсюда уйти, но нам, в принципе, пригодятся трофеи. Даже не знаю, что делать. Прыгнем. Ножи тратить не будем, хотя надо проверить, на самом деле. Тихо. Не ори. Не дома. Тихо. Сколько вас тут и кто вы? Ну, кусаки. Кусаки меня не интересуют.
Ладно, все, хорошо, лутаться уже.